Создатели культурных ценностей, хранители духовного наследия и исследователи национальных традиций белорусского народа. В нашем городе искусству служат более 2000 человек. Это музыканты, художники, актеры, работники музеев и не только. Лучших из лучших накануне чествовали на главной сцене города. Самое главное, я хочу с этой сцены сказать вам огромное слово благодарности. Потому что благодаря сегодня той невидимой, наверное, со стороны работы, которую многие не замечают и не видят, проходит у нас в городе разные мероприятия, концерты, мы посещаем музеи, мы посещаем театры, библиотеки. И это именно ваш труд. Он прославляет Бобруйск. Одним из лучших был признан Вадим Сажин, композитор с большой буквы и член Союза музыкальных деятелей Беларуси. Вадим Юрьевич – идейный вдохновитель и руководитель образцовой эстрадной студии «Саженцы». Уже 20 лет его воспитанники завоевывают самые высокие места на республиканских и международных конкурсах. И тем понятнее становится, почему музыканты так высоко ценят и уважают в городе. Если не любишь детей, если не любишь свое вот это дело, то как на заводе, тут не получится. Надо этим жить днем и ночью, 24 часа в сутки об этом думать, этим существовать. И только тогда может быть какой-то результат. Еще перед началом в фойе Дворца искусств перевоплотилось в историческую площадку. Здесь жители окунулись в прошлое и настоящее родного города. Мы показываем те усадьбы, которые уже не сохранились, но раньше они входили в состав Бобруйского уезда. А Бобруйский уезд был больше, чем сегодня Бобруйский район. И мы показываем и то, что утрачено, и то, куда можно сегодня съездить, даже просто сев на дизель-поезд. То есть мы презентуем туристические возможности нашего края попутно. Феерические номера, душевные песни и зажигательные танцы. Работники культуры эффектно поздравили себя и своих коллег с профессиональным праздником. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.